Добрый день, дорогие господа! Не открою вам секрет, если скажу, что качественные вещи значительно улучшают нашу жизнь. Как раз сейчас о качественных насосах и насосных станциях «Аквариум» и пойдет речь. Пойдемте послушаем. Компания «Электромотор» рада представить вашему вниманию вихревой насос «Аквариум ADB-60». Эта серия вихревых насосов предназначена для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей из колодцев, скважин и открытых водоемов. А также его можно использовать для повышения давления воды, поступающей самотеком, например, в централизованных системах водоснабжения. Насосы серии ADB просты, надежны, эргономичны, отличаются достаточно простым монтажом и небольшими габаритными размерами. Мощность двигателя 0,55 кВт, производительность от 5 до 46 литров в минуту, напор 55 метров, рекомендуемая манометрическая высота всасывания до 7 метров. Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо из латуни. Наличие латунных колец в рабочей камере между суппортом, рабочим колесом и корпусом обеспечивает защиту насоса от заклинивания после периодов простоя. Специальное антикоррозийное покрытие чугунных деталей, контактирующих водой, способствует увеличению срока эксплуатации насоса. Конструктивные особенности рабочего колеса и насосной камеры обеспечивают насосам серии ADB высокие напорные характеристики при низком уровне энергопотребления. Патрубки с присоединительной резьбой 1 дюйм. Также отмечаю ваше внимание, что монтаж этого насоса следует производить в тех местах, которые защищены от атмосферных воздействий. Гарантия на этот насос составляет 36 месяцев. Если вас заинтересовало и вы хотите купить эту продукцию, обращайтесь в компанию «Электромотор». Звоните. С вами была Татьяна. Всего хорошего.